Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Доброе утро, друзья! Сегодня 17 декабря, 5 часов 35 минут утра. У нас все нормально. Спасибо огромное всем за поддержку, за комментарии, за ваши вопросы. На вопросы потихонечку отвечаем под комментариями. Не на все, конечно, на те, которые покамест мы можем. Многие спрашивают, почему. Покамест, извините, ответить не можем. Знаете, как говорят, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот и мы придерживаемся, ну не знаю, правила, не правила, но этих слов. Покамест мы не знаем ответ на свои вопросы. Как только узнаем, сразу все расскажем. Потому что тоже можно, знаете, вот так вот сказать. Расскажи о своих планах, насмеши Господа. Мы этого, конечно, не хотим. А не потому, что мы там как-то чего-то затягиваем. Нет, ребятки, мы не хотим спешить. Как только узнаем, все информация с вами поделимся. У нас плюсовая температура. Программка погоды показывает плюс 2 градуса. За окном прям капель капает, снег тает. Но к концу недели, следующей, уже где-то в субботу, ожидается минус 10, а ночью минус 15. Посмотрим, пока у нас тепло и довольно-таки комфортная погода. А сегодня, друзья, в видео мы поделимся с вами эмоциями, хорошими эмоциями, все, что мы увидели и запечатлели, и записали в нашем дневничке. Так что делайте кофе, чай и приятного всем просмотра. Всем доброе утро. Сегодня 13 декабря. Уже начало 7-го. Идем с Артурчиком на завтрак. Идемте с нами, покажу, чем нас кормят. Многие спрашивали, как вас кормят. Кормят нас очень хорошо. Особенно по утрам. Ну, завтрак это, как говорит, залог всего дня. Тут хорошее освещение. Так, здесь у нас хлопья, вот такие с семечками, сухие завтраки. Миндаль.
изюм, сахар, семечки. Варенье, апельсиновое варенье, это ананасы, арбуз и йогурты. Здесь можно приготовить чай, сахар, чай разный. Мне очень понравился вот такой зеленый с лимоном. И снова полочки, и снова гномики. Как красиво. Здесь кофе. Можно американо, эспрессо. Good morning. И будем... Бекон. Тоже бекон на завтрак. Все горячее. Здесь что-то фасолька бобовые. И яйца отварные. Соус. Любимый кетчуп Хайнц. Панкейки, блинчики. Ой, тяжелая крышка. Сосисочки. Котлетки, очень вкусные котлетки. Омлет. Тоже вкусный, очень любит. Здесь вот приправки. Здесь овсяная кашка. И вот такой поджаренные колбаски. Так, мяско. И какой-то варенька. Это соки. Не знаю, наверное, томатный сок и какой-то джюс. Свекла. Огурчики маринованные, сырочки. Всякие вот селедочка. Не знаю, что это такое. В пакетике первый раз вижу. Не знаю, может, сыр какой-то. А вот это вот икра. Икра. Забыла, какая икра. Майонезики всякие там. Вот такой сырочек. Авокадо. Печенюшки галетные. И можно себе приготовить салатик. Мы берем шекелю огурец и перчик болгарский. Очень любит. Вот такая зелень, помидорки. Вкусная рыбка. Она такая с подкопченностью. Вот такая есть рыбка, блинчики, всякие беконы, колбаски, сыры. Вот такие колбаски, все очень-очень вкусно. И вот уголочек со сладостями. Мандарины без косточки. Классные, вкусненькие. Сейчас возьму, берем два мандаринчика. Вот такие кексики. Слоечки, наверное, это с корицей, с сахаром. Вот такие слоечки. Вот такие булочки красивые. И слоечки шоколада. Везде красиво украшены. Гномики. Все, кто с нами завтракает, идемте завтракать, сейчас тоже пойду.
наберу себе еды. Ой, елочки, красавицы. Вот такой у меня завтрак. Рыбка, помидорчики, огурчики, омлетик и вот колбаска. Яблочный сок, там хлебушек, но не знаю, буду, не буду. И наши мандаринки. Все, друзья, всем приятного аппетита. Всем привет, ребятки, дубль 2. В общем, вышли мы со Скандика с Артурчиком. Сегодня 13 декабря, снимаю, рассказываю, понимаю, что камеру не включила. В общем, сегодня... Мы уже вам говорили, но 10:30 времени. Вот такая погодка сейчас. Идет мелкий снежок, это первый раз за все время у нас мелкий снег. Вот Скандик с этой стороны. Мы идем на трамвайчик и приглашаем вас с собой на экскурсию. Хотим оставить записи дневничка достопримечательностей Бергена. Вот, это очень красивый городок. Поедем посмотрим дома викингов. Это все так, знаете, как... Если мы их найдем. Мы найдем. Мы такие, мы куда добрались-то, конечно, найдем. Так, пешеходный переход. Так. Пропускают. Пропускают, мы бежим. Мы вежливые пешеходы. Так что вот так. Порешали все свои вопросы здесь. И поедем дальше. В общем, не переключайтесь. Включимся уже, когда доедем до центра Бергена. Какой пес, какую электроника. Только большой, да? Вот, друзья, мы доехали до конечной. Это центр. Вышли с трамвайчика. Вот, все. Дальше ехать некуда. И идем. Идем. Вот какие красивые домики. Новогодние шары. Витрины все украшены. Красиво. И смотрите, стоят самокаты. В Израиле были желтые. Ну, разные, но в основном желтые. А тут вот зелененькие. И он розовый. Но в Израиле со шлемом сюда ехали. Ну да. Сейчас туда-сюда, скоро потемнеет и будет вообще красота. Смотрите, какие тротуары, дороги, брусчатка, плиточка, все чистенько. Мне, знаете, что больше всего нравится? Мне не надо каждый день стирать шекелю одежку. И ботинки себе мыть. Да. Так чистенько, обтрусил, повесил, просохло все. Никакой грязи. Какие цветочки красивые. Так, идем на другую улицу. Вот, подходим. Здесь порт. Как я понимаю, сейчас подойдем, хоть водичку посмотрим. Черт, это залив, не знаю. Срывается снежок мелкий. Смотрите, как красиво. Вот памятник. Сейчас посмотрим. Нюрнберг. Так, величественно стоит. Ну да, архитектура здесь красивая. Может, нам сюда перейти дорогу? Ну да, напиши. Пойдем. И кораблик маленький плывет. Тиндерин, тиндерин. Прям тиндерин? Ну, а что, не видишь? Прям тиндерин. Ну да, по сравнению с другими кораблями, очень тиндерин. А там вот прям на воде
Я не знаю, сейчас попробую приблизить. Прям стая чаек. Ой, а это, наверное, какие-то уточки. Грудки белые. Я сейчас покажу, дойду, чтобы камера не шевелилась так. Вот, красавцы плывут. Ух ты! Ух ты, откормленная. Но она как гусь. Они утром сели внизу. Да, ну такие у нас много таких. И ворона прилетела. Снежок такой крупный срывается. Привет. Артур, боже, это эмоции. Я не знаю, сколько здесь метров. Ё-моё, телефон бы не выровнять. Блин, надо GoPro было взять. Как же красиво. Вода просто чистейшая. Не знаю, тут... Обалдеть. Одно дело, когда тебе говорят, а другое дело это увидеть своими глазами. О, утки. Ну что, тут так красиво. Боже мой. Какова красота. Вот это чистота. Что там вкусненькое такое кушать? Какая, смотрите, какая красивая. Так близко я никогда в жизни не подходила к чайке. Ой, потеряла ее. Я напугал, да? Да. Страшный ты, Артур. О, как красиво пилотирует. Хоп. Ладно, идем гулять дальше. Улыбка, да, у шеи у меня. Здесь так классно. Такие лавочки. Садись, наблюдай за вот такой красотой, тишиной, сплошной релакс. Вот такие красивенные здания на ту сторону, разноцветные. Мы сейчас туда к ним пойдем, но просто хотелось снять вид вот так сдалека, как они смотрятся. Не знаю, фьорд это или что. Флаг Норвегии развивается. Очень красиво. И на фоне гор. И идет снег. А там вообще заснеженная гора. Артур идет. Очень красиво. Вот так приближу. Красота. Вот такой охранник. Турецкий кебаб, не слышишь? Глянь, какой приплыл. О, кораблик приплыл. Что ты говоришь, Артур? Турецкий кебаб, не хочешь? Там кебаб есть, турецкий. Стамбул кебаб. Не хочу кушать. Очень вкусно кормят скандики, сытно. Вот налопались и поехали, как говорится. Останется в записи моего дневничка такая красота. Это ж одно дело, друзья, сколько мы тоже смотрели. Но камера так не передает те ощущения настоящие, натуральные, как ты видишь воочию. А вот здесь, вот я так понимаю, рыбак, смотрите, держит в руке рыбу. Внизу там какая-то рыбка. Ой, немножко холодновато, руки холодно. Столики, все украшено. Вот какой. А, еще какой-то шнур у него в руке сейчас.
Надеюсь, видно. Здесь уличная еда. Интересные деревья, все украшены. Чаечка туда на фонарик села. Уточки. Ну, говорят, что кормить нельзя уточек. Какие они разноцветные, бело-черные. Сейчас я поближе подойду. Ступенькам сходить. Вода чистейшая. Даже видно, что там на дне лежит. Мы снимаем. Теперь можешь махать. Привет подписчикам Артура канала. Смотрите, какая на горе стоит домик. Дальше лес. Да, было бы время, можно было бы здесь подбирать удочку. Здесь, кстати, можно, но мы завтра выезжаем. Какой чумардосик маленький. Нет, по времени у нас плакат нет. Немножечко поснимаю витрины. Какая красота. Ну а что, вот такой вот кардиганчик тепленький. Прям вязка такая. Жалко, что отсвечивает в окне. О, свитерочек. Какой нож. Ой. Тролли. Смотрите, как красиво эти тролли. А там вообще такая красотка. Так, сейчас перемещусь. Красота. Красота. Идем дальше. О, друзья, вы сегодня только слышите. Боже, да что же ты делаешь-то? Ты такой красивый. Ты такой красивый. Эй. Его же можно будет снять. А ну, зависни мне. Ой, поближе. Лень, какой красивый. Супер. Ой, еще тут, смотрите, олень. О, вот какую обувь надо покупать. Точно не замерзнешь. Кофточка симпатичная. Да. Прям воротничок мне нравится. Вот такие стоечки люблю. И такие стоечки люблю. Вот женская кофточка. Ой, вообще, да, красота красивая. Смотрите, моделька. Мне тоже нравится. Вот когда темненько, на молнии. Светлый рукавчик, воротничок, стоечка. Красиво. Так, идем дальше. А то телефон замерзнет. Хоть бы хватило времени. Боже мой, как красиво. Смотрите. Тоже вот какой олень.
Иду так мимо, смотрю, а тут Гена Стрельцов сидит рыбу ловит. Блин, плохо отсвечивает. В каждой витрине, смотрите, тролли. Тролли-рыбак. Оу! Золотой карась или форель. Вот такой фонтанчик. Или даже это не фонтанчик, а... О, выскочила из головы. Ребята, это что-то. Это просто нереально. Я обожаю этих медведей. Зайди, говорю. Класс. Какой красивый. Гляньте, какие когти. Какой он большой. Артур, встань. Рядышком. Чуть-чуть, стой. Смотрите, какой размер. В Артур почти 2 метра роста. Видите, это где-то 2,5, даже, наверное, 3 метра, да? Красивый. Ой, класс. О, какие носочки. И вязаные носочки, смотри. Ну да. Красота. Тепленько. Ой, ты бузочки мои. Ой. Просто ох и ах. Смотри, Артур. Глянь, какой рыбак. Класс. Какие они красивые, разноцветные. 2 за 139 грамм. Боже, это что-то, смотрите. Как это мило смотрится, ну, вообще. Да, тролли вихины. Аккуратно сзади крышки. Ой, а вот. Блин, я... А это мы с Артуром. Ты что, такие сувениры? Глянь, какая красота. Ну вот цена почти 230. Класс. Семья. И мне нравится, что они все улыбаются. Они все улыбаются. Все добродушные. Здесь, смотрите, медведи. Подсвечники. Шары. И вот такие вот тоже подарочки. Как это красиво, друзья. Шапки. Так. А вот еще, смотрите, в каких шапках. Ух ты! Тролли утепляются. Разноцветные. Они, по-моему, одинаковые, просто шапки у них разные. Эти чуть крупнее. Кто еще не улыбнулся, улыбайтесь. И вот эти еще побольше тролли. Тоже такая цена, 230, эти почти 150 крон. Ну, это класс. Это класс. Здесь вот ручки можно купить. Шапки, рукавички. А, все, устал, дружок. Какие у него валеночки. Перчаточки. Мягенькие, холосые. Шапочки вот 240. Шапочка вот такая. А перчаточки 179. Класс, да? Ты можешь здесь застрять. О, да. О, да. Как я мимо этого пройду? Ты что? Артур? Ну? Астерикс, Обеликс. Мои эти не помещаются. О! Ну, маловато. Маловато шапочка, наверное, для детей. Ну, прикольно.
Вот смотрите, вот такие шапки. Ой, да они теплые. Это связанные теплые детские шапки. Ну, детские. Смотри, у кого какая голова. Вот, этот стоит 119, шапочки 179. Ну, викинг мой, замахнись. Ох, чеботух. Чеботух. Потому что уедем, и мы не знаем, будет ли там такая красота. Книжки. Это календари. Прикольно. Все нравится, друзья, просто все нравится. И вот эти лодочки. Ой, как красиво. Ой, смотрите тоже. Вот такой викинг. Класс. Вот так на лодочках. Вот смотрите. Очень красиво. Вот такой вот молот викинга 70. Тяжеленькая. Вот лопаточка тут. Отвертка. Штопор. Вернее, не отвертка, а открывачка. Такая ложечка с вилочкой. Ну и здесь уже одежка и мягкие игрушки. Подушки. Ой, какие лоси. Целый кораблик. Надо посмотреть в интернете, как называются кораблики, которые викинги плавали на них. Вот, смотрите. 1000. Боже, как приятно. Это какая-то шерсть. Красивые, разноцветные. Супер. А здесь вот кухонные полотенечки. Ну, в общем, друзья, на сувениры есть что выбрать и что подарить. Ложки, чашечки. Вот такие термокружки, брелочки, чашки по гороскопу, наверное, не знаю. А такие формы для льда. Очень интересно. Так, здесь тоже идут сувениры, магнитики. Вот какой магнитик. Такая красотища. О май гад. Вот такая. От дождя. Вот. 230. И вышли на вторую. Ой, вот это размерчик чашечки. Это же любимый размер. Смотрите. Да. Любимый размер. Да, Артур только хотел сказать. Ребята, моя кружка со мной. Я держусь. Но это любимый размер. Ну, блин, 170 крон. Это недорого. Ну, не знаю. А вот еще такие, смотрите, поменьше, беленькие. Класс. Это 99,60. Вот это? Да. Ну, здесь так, домики вот эти, которые мы сейчас идем с вами. Вот залив. Красота. Ну, и, в общем, дальше там магнитики. Боже мой, ты посмотри, он шевелится. Они все шевелятся. Да? Ну, оба вижу, двоих вижу шевелятся. Смотри, там сова, там сойка. Сова. Вот. Ястреб. Сейчас я обойду. Ух ты, прикольно так.
Как будто в сказку попал, да? Оленья шкура, наверное. Красавчик. Очень красивый магазин, очень просто супер. Ребятки, вышли мы из магазина. Боже, море удовольствия. Смотрите, как он называется. Мы купили, первая покупочка у нас в Норвегии. И она в этой бумажке лежит. Кто хочет знать, что мы купили, нашу первую покупку, оставайтесь, смотрите дальше, покажем позже. Все, идем гулять. Ой, помните его? Эти, как они называются? Я забыла, как они называются. Ну, это мумишок, мумики какие-то. Мумики, мумики. Семья. И там все мумики, просто все. Игрушки, кружки, все-все-все. Все мимишное такое. Мимишное, мимимишное. Так. И вот эти домики. Где-то в этих домиках есть рыбацкий магазин. И нам нужно его найти. Тоже вот сувенирный магазинчик. Но уже, ребят, не буду заходить, показывать. А то мы отсюда не уйдем. О, просто эмоции сильно зашкаливают. Я просто вот так вот с витрины. Я обожаю, когда вот такие всякие статуэточки, всякие, как вам сказать, декорации, и они улыбающиеся. Просто улыбка не сходит с лица. Смотрите, какие мухоморы. Мы покажем вам настоящие мухоморы, если будем в лесу. Очень красиво. Все, идем дальше. А вот здесь, друзья, это же Артур. Здесь жили раньше викинги. Вот дотронься до этого дерева. Это настоящие, вековые. И ты почувствуешь силу викинга. Давай, давай. Тут даже двери, все. О, сори. Смотри, настоящее. Прикоснуться к истории. Это же что-то, друзья, это что-то. Вот она, силушка-то. Норвежских викингов. Да. Но мы туда не пойдем? Не, пока нет. Но мы дотронемся, дотронемся. Да, до вековых. Представляешь? Их. Настоящее. Все, возвращаемся. Прикольно. Просто какое-то вот, не знаю, поднятое было бы настроение. Время побольше, можно было бы полазить. Ну, времени, извините, нет. Чего? Все, что успеем. Тоже вот витрины какие украшены. Ты козюлик этих люблю, оленей. Это не олени, это козюлины. А здесь строят деревянные. Да. Здесь ремонт. Вот такие гномы, работяги. Там внутри какой-то городок. Может быть, сейчас пройдемся по прямой, там а потом какие-то достопримечательности экспонаты везде. А вот рыба, я не знаю, фишенста. Может, это магазин, Артур? Может, это и фиш-ресторан, рыбный ресторан. А. Черные щупальцы крабов. Креветка какая здоровая. Виды рыб. Ну, пойдем.
Сейчас, если заблудимся, позвоним друзьям, чтобы направили. Они уже здесь крючки покупали. Вот тоже. Красота. Это улочка, по которой мы идем с вами. Шапка ушанки. Класс. Шапки классные. Домики, столько всего. Блин, и там внутри все красиво, друзья. Вообще. Красота. Пошли искать магазин. Идем, идем. Артуру не терпится магазинчик найти. Здесь, наверное, как серебро. Надеюсь, вам все слышно, друзья, что я озвучиваю. Ножи хорошие. Такие наборы. Рука уже немножко устает снимать, держать. Так, кафешечка. Кафешечки не снимаем. Так. Так, созвонились с друзьями, нам сказали, нужно идти в эти проходы, и там тоже будет очень много интересного и такого магического. И там где-то мы найдем этот рыбацкий магазин. Смотрите, здесь дорожка деревянная. Боже, пахнет как хвоей. Прям хвойный-хвойный аромат. Какая красота! Пахнет как хвоей, да? Это что такое? Это, наверное, как конюшни, да? Почему? Что почему? Просто а что были это? Рабочие какие-то сектора склады. Так. Старенькие, видно, что старенькие. И ковка, он, видишь? Да. Это ж сколько им лет-то? Ну... Много, это точно. Не один десяток. Сотни. Сотни. Так, вышли во двор. Брусчаточка. Так, а то сейчас зайдем кому-нибудь в гости. Там тоже какой-то магазинчик сувениров. Так, тоже сувениры. Там сказали идти по всем улочкам. И возле этого магазина даже выставляют на улице удочки. Будем заглядывать в витрины. Это мастерская какая-то. Пахнет ароматным кофе. Так, надо сюда заглянуть. Вроде как нет. Идем дальше. Главное, чтобы магазин был открыт. Ух ты! Какие кепчики с рожками. Прикольно. Так.
Так, здесь выходим. Все-таки мы сюда вернулись. Да, до рыбного ресторанчика. Рыбный ресторанчик. Ну, надеемся, магазин будет открыт. Думаем, что здесь-то он-то и должен быть. Ой, тут все закрыто. Нет, нет, нет. Вот он, да? Или вот что? Пивбар. Пивбар. Ладно, пивбар, пройдем мимо. Так, какие-то палки стоят, но это не удочки. А, это вообще поддоны. Да, жутко так, дверь приоткрыта, а там троллюшка. Здравствуйте! Здравствуйте! Именно троллюшка. Троллюшка. Ну где же ты, рыбацкий магазин? Ну так нельзя. Нельзя себя так вести, да? Я найду. Троллюшки как нас любят, да? Туда-сюда кружат. Тогда будем спрашивать у народа. Hi. Sorry. Sorry. Help me fishing shop. Fishing. Down there, in the middle. Thank you very much. You're welcome. Thank you. See the fishing poles? Fishing. Yeah, the fishing poles are there. Thank you, thank you. Thanks. Вот такой наш английский. Главное улыбаться. И ничего страшного. Как говорил доцент, улыбка – это самое главное оружие вора. О, май гад. Смотрите, какая красота. Мне все время хочется петь. Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Все, ребятки, я завершаю пока запись, отключаюсь. Это уже кто захочет посмотреть у Артура на канале. Добро пожаловать.